день. Вот что такое настоящая звезда. А вы когда-нибудь болели звездной болезнью? Я имею в виду требования лимузинов, требования пятизвездочных гостей. Знаете, вот, вообще, конечно, звездные болезни — это такое удивительное, такое красивое словосочетание. Но вот у меня есть такой вопрос. Я думаю, есть ли у нас еще звезды настоящие? Я думаю, что есть. Вот я думаю, что, в вашем понимании? Вернее, еще остаются. Потому как давно ушел Смоктуновский, давно ушел наш любимый дядя Юра Никулин, дядя Женя Леонов, Евстигнеев, Миронов. И поэтому я хочу задать вопрос, есть ли у нас звезды такой величины сегодня? Я думаю, что по большому счету остались только осколки от той империи, которая породила величайшее явление, которое называлось советское кино. От фильма «Летят журавли» до Андрея Рублева и наоборот. Поэтому я сегодня предлагаю обсуждать звездную болезнь не звезд, а звездочек. Хорошо. Итак, да. Позиция здесь такая. К сожалению, уровень нашей эстрады бесконечно провинциален. И, к сожалению, и горю к нашему, часто берут не талантом, а просто жаркой дискуссией в прессе о том, так сказать, к какому периоду относится та или иная задница. К розовому периоду, к голубому периоду и так далее и тому подобное. Эта участь не обошла даже бедного Юлиана. Богема. Я знаю, что некоторые наши исполнители или звездочки, как вы их называете, когда мы их приглашаем на передачу, ставят условия. Только самолет первым классом я к вам прилечу. Иначе я даже не желаю участвовать. Да, только отдельная гримерная, чтобы меня никто до выхода в свет не видел. Вы знаете, я думаю, что это все результат плохого воспитания, прежде всего. Я бы посоветовала этим людям немножечко пойти к хорошим мамам и папам, поучиться манерам. Я думаю, это просто хамство. Ну, кого я люблю? Я кого люблю... бы назвали еще сегодня звездой? Наташа, у нас есть меня? Одна женщина, Наташа, ты любишь меня, честно перед скажу? Которой можно встать на колени. Единственная женщина, перед которой лично я стояла на коленях, которая была, есть и будет. Это Алла. Имя ее Алла. Она создала целую эпоху. Создала, еще будет создавать. Мы этим жили, живем и будем жить. Спасибо ей за ее талант. Спасибо. А когда начинают обсуждать, что сделала Пугачева, и почему, и как, и в какой отель, со всеми скандалами, ее не пускали в Прибалтийскую, да простите, ее заслужила она. Попасть в тот номер, который она забронировала, а не так, чтобы пришел какой-то бандит и выселил ее оттуда, или какой-то член Политбюро. Это номер Аллы, и она заслуживает в нем жить. Она звезда. Спасибо.